Обыски в домах, досмотры на дорогах, задержания. Во Франции проходит масштабная операция по борьбе с торговлей наркотиками. Рейды начались в Марселе неделю назад, затем география расширилась. В понедельник французская полиция провела их также в Лиле, Лионе и окрестностях, Дижоне и столичном регионе. Il faut voir que depuis le début de la semaine, on a saisi 25 kilos de cannabis, on a saisi plus d'un kilo de cocaïne et à chaque fois, très nombreuses opérations, très nombreuses petites saisies sur de nombreuses personnes. Donc voilà, l'impact est important et l'impact est sur l'ensemble du département. Анонсировал беспрецедентную операцию президент Эммануэль Макрон, дав ей название «Очистка территории XXL». Готовили ее, по словам главы МВД, месяцами. Жераль Дарманен заверил, операция будет расширяться, а число рейдов в ближайшие дни и недели увеличится с целью, цитата, «нанести мощный удар по наркопреступности». Война наркокартелей за контроль над территорией и точками сбыта в Марселе в прошлом году привела к гибели 49 человек, пострадавших больше 120.